Чувашском государственном педагогическом университете собрались физики из разных уголков России обсудить фундаментальные проблемы механики. Тема сложная, обывателям малопонятная. Определение предельного состояния тела конструкции, прочности, разрушения конструкции и так далее. Однако эти теоретические вопросы имеют большое практическое значение. О дисбалансе на рынке труда, переизбытке лириков и острой нехватке физиков в последнее время говорят на всех уровнях. Специалисты-инженеры современной экономики просто необходимы. Сами видите, очень много экстремальных ситуаций, техногенные катастрофы, это в первую очередь. И потом новые материалы, безусловно, ими надо заниматься. И надо сказать, что, конечно, что сейчас принимаются какие-то попытки поднять роль инженерного образования. Но, на мой взгляд, все-таки пока это не очень хорошо. География конференции от Москвы до самых до окраин, поскольку проблемы сохранения и приумножения инженерного потенциала одинаково остра для всех. Чебоксары местом встречи механиков выбраны не случайно. Чувашский педуниверситет специализируется на исследованиях в области механики. Тут нужно вспомнить, так сказать, отца-основателя этого направления Дюйса Даниловича Ивлева, выдающегося чувашского ученого и российского, несомненно, ученого, который основал здесь школу. Эта школа очень мощная. И я как раз и сказал, она является основой для развития инженерных наук. Это такой более фундаментальный уровень, который здесь достигнут. Но он способен воспроизводить не только фундаментальные результаты, но и давать практические инженерные кадры для России. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Республика.